Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Paradigm, и как вы видите, на данный момент я сильнейший игрок за молнию на нашем сервере. Вот, как вы видите, тут донатеры, и вот, как вы видите, я на 12-м, блин, месте, вы понимаете, по мощи, на 12-е место поднялся. Вот такие вот дела, фри-ту-плейщик. А по опыту я при этом на 160-м месте. Так что что-то все-таки в этой игре можно получить без доната. Но, если честно, ты слишком много будешь играть. Я ж типа хикую, поэтому я и смог получить. Кто скажет, короче, что типа, вот, у тебя сервак маленький и так далее. Во-первых, это объединенный сервак. То есть, нифига он не маленький. Во-вторых, если бы у меня на серваке играло где-то 15 человек, или как некоторые говорят, и вот что ты, типа, такой сильный говоришь, а на самом деле у тебя там 5 человек играет. Вот, я на 160-м месте по опыту. При этом постоянно, ну, со временем, все это место понижается и понижается. То есть, новые люди прокачиваются выше меня по опыту. То есть, если бы я здесь играл один, я бы не понижался по опыту, не спускался бы на места. Но зато меня с Edge World Battlefield выкинуло, да. В этот раз. Очень жаль. Всего лишь 3 Refine руны получил, а мог бы 16 получить, 100%. То есть, я там, меня в 54 минуты выкинуло, и потом не пустило назад. Ну, в общем-то, вы представляете, то есть, у меня было еще 10 минут. И при этом я все равно 7 фрагов напить успел. И получил 4 место в своем лагере. В общем, жесть. Как же я ненавижу оазисов с их багами. Ну и, собственно, чем мы сегодня будем заниматься? Мы сегодня будем проходить арену. Ну, не полностью, то есть, а насколько сможем, насколько мне не надоест и так далее. Потому что вот уже 4 число, то есть, в принципе... особо ушлые чуваки уже поднялись высоко в арене, и, возможно, даже скоро они ее закроют. Я, кстати, арену не закрываю. Great Ninja War. Так, вот видите, это наша группа. И, как ни странно, нас все равно побеждает донаторская вот эта группа. Там все донаторы собрались, короче. По активности мы самые крутые, типа. Тут больше всего таких активных людей. Значит, арена. Вот, как вы видите, уже двое даже подняли арену. То есть, прошли ее полностью. Ну, они, короче, работают. И, типа, вместо работы они проходят арену. Потому что им нефиг делать. Ну, и, собственно, так и получается. Так, как говорится, ее и проходим. И, в принципе, я до конца ее не прохожу, я хочу сказать. То есть, я обычно прохожу арену до предпоследнего ранга. То есть, перед Сикспассенином, Суперкаге, по-моему, он называется, вот. До Суперкаге дохожу и все, потому что, как бы, здесь, получается, на один свиток больше всего лишь. Но при этом пройти Сикспассенина получить гораздо сложнее. То есть там тебя могут и понижать в арене, и повышать, и так далее. И много времени это занимает. А свитки все равно мощи не дают, следовательно. Какой смысл в этом? Так что я мог бы еще на один свиток больше получать. Ну и ниндзя там, которых дают, они не такие уж и крутые. Вот, например, типа тот ниндзя, который хороший считается, это мне Джигакуда, например, дают. То есть я вот Джигакуда, у меня его раньше не было. И мне его давали по 30 фрагментов вот за арену. И также, например, Фуя Монако тоже дают за арену мне, например. Часто. Югита давали. То есть таких ниндзя, которые трешовые, откровенно говоря, я их бы даже бесплатно не взял. Так, кого же мы поставим? Мы поставим Данза. Почему Данза? Да потому что у меня в большинстве случаев... Нет, чувак, прости, я прохожу арену. Так вот, что я хочу сказать. То есть, в большинстве случаев у меня хватает поля для того, чтобы, собственно, держать свое поле на арене. Плюс, как бы, мы можем глаз поставить на нашего ГК, и он не умрет в первом раунде. Ну,
в принципе, такое редко бывает. Ну, во втором раунде можно класс поставить. То есть, вы понимаете, класс это очень полезная вещь. Так, здесь все вроде бы правильно, и здесь все вроде бы правильно. Так что вот так вот и будет у нас. Но перед этим я также хочу вам сказать, кто не знает, вот я сам забываю часто, но, в общем-то, когда начинается новый сезон, он начинается в 24 часа, то есть, как вы видите, через час 37 начнется новый сезон, то есть, когда после полночи. И вот после полночи, если вы все-таки типа хотите там быть задротом суперским в игре, после полночи до 5 часов у вас будет время поставить 3 лайка, собственно, какому-либо игроку и получить 60 тысяч монет. То есть, если вы не поставите эти 3 лайка, то в 5 часов утра, то есть, у нас есть 5 часов всего лишь. С 12 часов ночи до 5 часов утра, чтобы заработать 60 тысяч дополнительных монеток. О, какой секрет! Великий секрет! Я сам, короче, его раньше не знал, а потом узнал. Ну и, короче, не всегда у меня... Я иногда забываю об этом секрете и, типа, не получаю эти 60 тысяч монет. Но... Вы должны поставить лайк, вряд ли кто-то об этом говорил. Даже на англоязычной версии вряд ли кто-то об этом говорил. Напишите мне. Но это вот точно, 100% не плагиат. Я горжусь своим контентом. Вот такие вот дела. Ну и давайте же, собственно, другой контент пойдем показывать. Да. Включу, наверное, когда нас соединит. Так. Вроде бы снимается. Если лайки, то есть если лаги, то это не я. Что, блядь? Вы серьезно? Охуеть, он сейчас еще... Ну ладно. Пофиг. Думаю, мы все равно победим. Ну как? Я ж вроде нажал. Это что, пинг или что там? На самом деле, нам нужно вот это вот долбить Ягуру в следующем раунде, я думаю. Потому что Ягура, он, короче, очень плохой дядя. Он может поле наше убрать, а поле мне нужно сохранить. Типа. Да. Вот смотрите, какой противный хер. Ща, типа, ГГ своего подлечью. Противный хер. Так. Так, ну вроде Ягура у нас на пару ходов норм. Он сдался теперь. Ну отлично, вот это эти пидоры. Ладно. Короче, эти чуваки меня бесят, которые потом сдаются сразу. Так смотрите, видимо, это одни из довольно сильных чуваков. То есть я позже обычно прохожу. Не 4 часа, просто сейчас. Во-первых, у меня есть идея видео, типа, записать, а во-вторых, другие причины есть, то есть, у меня пока настроение есть. То есть, если у меня не будет настроения записывать, то я его не запишу. И видео, как бы, всегда нам нужны и так далее. А это у нас кто? Ну, это вроде бы полегче. Интересно, кого же мне? Так, так, так. Блядь. Ну как? Как они это делают? Скажите мне, пожалуйста. Ну, в следующем раунде, я думаю, 100% нам нужно эту ГГшку ихнюю забирать себе. Ну вот опять же, как они так? Вот пиздец просто. Я как ненавижу.
не предскажешь, как они будут применять свои скиллы. Возможно, потому что, типа, я персонажей этих не знаю или еще как-то. Когда я в этот, в Мацури иду, то там совершенно другая ситуация. Вот смотрите, и никто не доигрывает, все сдаются, короче. Что за бред? Вот уже и ранг поднял. А вот тут уже побольше врагов. Так, смотрим. Вот почему лагает? Что это он применять пытается? Но это я бы остановить не мог, в принципе. Так. Так. Бомс. Смог все сделать как надо. Блин, втанкованный хрен. А еще он моего джинпачи не любит. Вот знают, кого фокусить, ублюдки. А почему? Нормально. Капец просто. Это просто капец. То есть он мне сразу всех четырех задамажил, а мой этот... Мой Данза никого вообще не задамажил. Жесть просто. Ну я, пожалуй, сделаю вот так. Бампс. Бампс. Ах ты ж говнюк. Так. О, смотрите, какой вообще хитрый. Даже здесь он умудрился прервать не один из скиллов. Это жесть просто. Как они это делают? Я не понимаю. Они все задроты ебучие. Я желаю, чтобы у вас всех пальцы, короче, поотваливались после такого. Каждый скилл предсказывают, блочат и так далее. Только за счет этого. Не за счет ловкости, а только за счет команды побеждаю. Только за счет того, что на порядок круче у меня все. Ну и инициатива высокая, естественно, тоже помогает. Ну же. Давай, давай, давай. Чё-то нету лохов тут. Закончились лохи. Нужно хотя бы пару рангов поднять. Во, пошло дело. Опять тот же самый, что ли? Да, та же... Ну вот, смотрите, как я арену прохожу. Замечательно арену прохожу, не правда ли? Может, еще разок? А вот и еще разок. Ну, в этот раз какой-то бриз-денсер. Кто это у нас? О! Ну, к счастью, у меня то, что нужно, стоит. Поэтому, собственно... Ну и руку я заблочить по-любому не смогу. Интересно, он не интераптил. Блять, интераптил, сука. Ну ладно. Так. Раз. Интераптил, зараза, джинпачу. Вот как они умудряются. У них тут, вот смотрите, на ранге, какой там ранг? Этот, Special Anbu, по-моему. У нас тут чувак с Табирамой. У меня нету Табирамы. Но тут, как вы видите, чувак с Табирамой. Офигеть, не правда ли? Вот откуда такие берутся? Грёбаные донатные пидорасы. Это пиздец. Мы ему сейчас проиграем, короче, да. Только не удивляйтесь. Только не удивляйтесь. Мы ему сейчас проиграем, сука.
Или нет? Ну, это не так плохо, как я думал. Так. Не, не проиграем все-таки, наверное. Хотя курина мне вообще не нравится. Она какая-то неправильная. Не люблю курина. Фуф. Умри, курина. Свобода. Бампс. Вот такая вот ареночка. Не так уж и надоедливо, скажем так. Хотя, вот эта команда, конечно, меня напугала немножко. И у всех, блин, куринай. У каждого второго, блин, у каждого первого. Потому что, собственно, все ее могут позволить. Все ее собирают. Мощный бесплатный ниндзя. Так, Кисамы вижу. Ой, Кисамы этот. Какого хрена? Вот это вот плохо, что мы с этим встретились, чуваком. Он опасен, крайне опасен. Блин, и еще и стоит в таком месте, что мы ему ничего не сделаем, блин. Так, у него ничего не выйдет, я думаю. Как вы видите, никто не сможет никого полечить, по идее. Так, раз, два. Так. Бам. Ну вот, смотрите, вот вам те самые Акула. Персонаж, который изменяет игру и все дела. И третий Райкаги. И, в общем-то... Красава! Прощай! Прощай! Раз! Два! Три! Ну, ну, парень, парень, бомбани, бомбани, ладно. Я представляю, что он сейчас обо мне думает. Или она, или кто там по ту сторону экрана. Так, W. Бампс. Кушимару плюс Джинпачи, это просто... Убивачи. И Кисама его не спас нифига, потому что Кисама, он очень специфический товарищ. Так, ну, найдем, может, кого-нибудь послабее? А то что-то мне не нравятся такие противники мощные. Все, конечно, относительно. Так, пожалуйста, не маскедмены, ничего подобного. Так, опять Хината, вот эта вот команда. Ты отступишь или так? И он сразу же сдался. Ну, логично, потому что в прошлый раз он уже сдался один раз. Так, Янбу. А дальше будет Джанин. Ну, не знаю, до Джанина давайте дойдем, а потом посмотрим. Нужно сначала до Джанина дойти.
дожить, так сказать. Ажурфанг. Так, Мэй. Мэй Фукуки. Так. Так, ну здесь нужно вот этого вот товарища заблочить определенно. А потом заблочить самого ГГ. А Фугуки, наверное, подождет. Не, прощай, парень. Так, разберемся с Мэй. Потом разберемся с этими товарищами. Вот зараза. Все-таки он смог это сделать, говнюк. Какого хрена? Теперь я его, блин, не убью никогда. Жесть просто, ненавижу. Фу, гадость. Джинпачи, ну ты можешь по-нормальному их убить всех? Раз, два. Сейчас опять воскреснет. Ну, замечательно просто. Ох, блин, вот у этой команды с ними проблема, конечно. Хотя все равно смогли. А вообще, учитывая, что сейчас практически все команды имеют огромное количество масса урона, вот эти вот Сосори, он, короче, отсасывает. Он над... У него имя подходящее, чтобы отсасывать. Так, очередной Ажурфанг. Мината, Роши. О, господи. Давай, убей Мината. Есть, Мината умер. Ну что, ты сдаешься? Ты сдаешься или не сдаешься? Вот вам и Роши из Пороши. Тубаный Роши. Не люблю тебя, Роши, говнюк. Не трожь меня. Так, Джинпачи, давай. Я бы все-таки не стал рисковать, нам главное Сакуру убить, а то вдруг он бы на Роши свое и Мобаю свой накастовал. Все-таки сдался. Интересно. Есть! Джанин! Ну давайте. Что там, до Каги или до Кудова дойдем? Так, Джанин, Анпу, Джанин, Каги, Супер Каги. Ну да, Супер Каги, не знаю, пойдем, не пойдем. Кто-то у нас на Джанине будет. Интересно.
Как вы видите, ни Сейлор Сакура, ни Роши никого не спасают от меня. А вот это вообще прикольно. Вот это моя любимая команда за эту команду. Тем более, что... Все, ему хана сразу. Все, он сразу сдается, как вы видите. Потому что у него просто нету шансов. У меня столько контроля, что он Райкаги своего не отмоет от этого контроля. В то же время команда с Кужитхиданом может вполне себе просрать этой команде. Именно поэтому я использую именно эту новую блиц-команду. Эту блиц-команду. Дайте мне еще Райкаги. Хочу больше Райкаги. Любимая команда моя теперь. В качестве противника, естественно. Так, Приз Денсер. Так, Хината, Шисуи. Ой, Шисуи неприятный парень. Ну тут нет смысла блочить. Блин, больно же будет. Вот зараза. Блять! Вы, сука, ебались! Я ебал вас, вашу мамку! Короче, пошли вы нахуй с такими командами. Чтоб вы сдохли, пидорасы. Такая комбинация, короче, на этом мы закончим, пожалуй. Потому что, ну вы же понимаете, я не люблю проигрывать, я люблю только выигрывать. А на этом я заканчиваю видео, не забудьте поставить лайк. Всем до свидания.